Все, запись пошла. Это Мальцева детка. Это Мальцева отдыхают. Санаторий Дебальцево. Проходим процедуру. После обедней процедуры. Процедуры ныряния, блядь, в бетон, в асфальт. Ну, как селфи? Селфи. Опа! Зёрлое поле, блядь. Ознакомление снегом, асфальтом, землей. Скажите что-нибудь. Чиз. Life News. Life News. Ну, как-то так. О! Это пошло или? А хуй его знает. Ремонтик бы сделать не мешало. Евро. Кстати, евроремонт, блядь. О. Все нормально, блядь. Евроремонт эротического. Так, Рашан и Джуншут. Иди вот в Телега, где так комната защищает. Держим оборону, автозаправку. Тут, блядь, какая-то распиздяченная машина. О! Не хау, бля! Хау! Life News! Разрешите у вас взять интервью? Все комментарии, бля. Да! Да! Три да! А это мы в магазин сходили. Блять, отойди. Не, пацаны, ну вы гуляете, конечно, конкретно. В магазин сходили, бля, железяку купили. Не одну. Причем у каждого. То мы кого просили, а они нам не дали. Вот дали. Бармен. Звено аватаров. Звено аватаров. Вадик, где Митя? Касса на подходе. Вадик, прими деньги. Бар, стойка, где наша доплатка? А где Чоня? Чоня пошел уже нюхать. Ну, да. Красавчик. Я ночлега искал. Я понял. Походу здесь-то мы и заночуем. Да. У пацаки тоже пошли селфи делать. Вот, бля, все нормальные пацаны на фронте воюют, блядь. Мы, сука, приехали пофотаться. Сейчас, подожди, давай. Это Женя, Роман. Давай. Да не, это надо, блядь.